А, вопрос про семейный очаг. Хочется что-то интересное. Можно ли зажечь факел и большое сердце? Интересно ваше мнение. Вообще здорово, когда придумывается действительно что-то интересное. То есть не просто свечи, да, свечи это очень символично, да, это интересно, да, это красиво, я ничего против семейного очага не имею абсолютно. Но многие площадки, я могу сказать, стали делать интересные вещи для семейного очага, такие как они, допустим, заранее подготавливают место для кострища, да, для костра, и вечером молодожены выходят и поджигают этот костер, там, или поджигают, либо костер поджигают, либо свечи поджигают от этого костра, который вроде как символизирует вот этот вот семейный очаг. Некоторые, да, действительно поджигают, так вы говорите, сжечь факел в большое сердце. Некоторые как раз-таки с фаер-шоу это объединяют. Вот у нас была эта история, я как раз показывала в Инстаграм, в своем Инстаграм, если подписаны на Ирину Корневу Веддинг, то, может быть, вы видели как раз-таки эту историю, я показывала у себя в сторис. 15 февраля была достаточно большая свадьба, большое мероприятие, я сейчас пишу про это мероприятие в своем Инстаграм Ирина Корневу Веддинг, и вот там ребята как раз-таки поджигали, они это объединили с фаер-шоу, объединили с фейерверками, то есть там большая была программа в конце вечера, то есть сначала был фаер-шоу, затем были фейерверки очень мощные, и после этого уже ребят попросили выйти на сцену, которая была специально построена для вот этого шоу вечернего, и ребятам передали факелы огромные, как раз о том, о чем вы говорите, и ребята поджигали огромное сердце. Это было очень красиво, здорово, и, конечно, можно подвестись, можно это построить как зажжение именно семейного очага, но обязательно это должен озвучить ведущий, если есть такая цель, если есть цель, чтобы все подумали, что это действительно семейный очаг. Если такой цели нет, то это просто можно сделать как элемент шоу. То есть этими факелами, опять же, да, к вопросу о факелах, можно поджигать не только там сердце какое-то, можно какие-то свечи те же, да, или что-то еще, какой-то, может быть, один какой-то общий факел. То есть это нужно подумать, проговорить с артистами фаер-шоу и сделать что-нибудь интересненькое. Да.